Здравствуйте, дорогие товарищи! Продолжаем наше исследование внутренности станции Цитадель. Туда вообще подняться можно? Какой-то... Давайте для начала решим эту загадку. Так, да, мы на... Flight deck, как-то по-русски. Давайте посмотрим оснащение, карта. Мы на взлетной палубе. Палубе полетов или взлетная палуба? Один черт. Значит, нужно добраться вот уровень энергии. Дальше хорошо. Куда тут еще воткнуть можно? Эти ледишки лишь бы куда-нибудь воткнуть, да? Ага. Так, полная нам не нужна. Ага, интересно. А какой мы туда запихнули двойную, да? Если так. Ага. Ну вот как-то так. О, мостик сделали. Это приятно. Так. Это мы открываем место в хранилище. Это у нас тут до хрена всякого хлама. Вместе с собой. У нас, конечно же, тут нету. Вот, кстати, выход вниз. Это у нас тут было... Чё по карте? Это что-то сверху там должно быть? Или кто-то здесь прячется в стенах, а? Проверка звука. Раз-два. Да, мне тут на миг показалось, что я в пустой микрофон говорю. Ну, то есть выключенный. Так, давайте-ка вниз спустимся. А, тут можно было включить, это хорошо. Что сдать? А если найду? Не найдешь, не боись. Что за фигня? О, о, ой, ой, ой. Ну здравствуйте, мутанты. Птички, птеродактили. Есть ощущение, что кто-то там еще летает. А, вижу, да. Точно летает. Так тоже можно было.
Остись. Если кто, никого нету. Безымянный труп. Послушай. Не фартануло. Что это за вызов демонов хаоса? И где? С другой стороны, что ли? А, с другой стороны что-то есть. Оружейка какая-то. Вы знаете, я зайду с другой стороны. Кстати, тут что-то можно... А, нет, я уже переборщил. Маленько, блин, эти детонаторы вообще не к месту. Летели. Здравствуй, дорогой. Ты кто такой? Сумасшедшие роботы-гоботы. У меня бы я понял, это загадка.
надо придумать. А, так, я вижу. Так, все включены, выключены. Этот поднимает, этот убирает, этот. Что-то убирается, что-то дополняется, да? Так, 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 так. Ну, технически у нас не есть 16 позиций. Давайте. Раз. Два. Три. Четыре. Угу. Четыре. Дальше. Шесть. Дальше у нас идет вот эта платформа. Убираем. Простым брутфорсом решаем задачи. Да, окей, хорошо. Так. Раз, два, трис. Трис. Так, раз, два, три. Ага. Ладно, что-то мне кажется, что тут все-таки невозможно это делать. Нужно просто перепрыгивать. И вроде как уже можно перепрыгивать. Хотя было бы, конечно, интересно. Ладно, бог с вами. Бог с вами, нам пока это не грозит. Нам еще нужно створочку открыть. Мостик. Туалет там задвигался, ёкарный бабай. Угу. Что здесь? Туалеты, туалеты для пилотов. Для настоящих полковников. Ой-ой-ой, так. Патроны есть? Блин, только пушка сломана. Задрали со своими сломанными пушками. Ну, еще один. Что вы тут наделали-то?
сломанная пушка. И это сломанная пушка. Я вначале думал, что-то может поубирать за тут такое. Там, привести в порядок. Да ну нахер, тут все сломано. Что это у нас тут лежит? Ничего не лежит. Ай. Чё-то я как-то просчитался где-то. Очень сильно просчитался. Она точно? А ты точно этот самый? Айтишник. Ты вообще считать имеешь? Так, я прошел здесь. Ладно, я понял, что здесь можно. Дэм. Можно серьезно пострадать. Патрончиков немножко дали. Ага. Так, мапка. Это можно как-то что-то с ней сделать? Хорошее, али плохое? Не только расстреливать, нет? Еще ботинки, череп. Это хорошо. Черепа мы берем. Так, что тут у нас такое? Надо там ничего сканировать. Ага. Загадки. Вижу, ползет. Ты не пускаешь сигнал, нет? Никуда не пускаешь? Ага. Так, интересно тогда. Девки пляшут. Нет, это просто крутящийся элемент. Ты лишь пародия на машину. Так, черт побери. Надо довести до сюда, правильно? Давайте пойдем от обратного. Обратно что-то не поперло. Ну сюда я могу.
Я не вижу, чтобы они сигнал пропускали. Только блочит. Ну, либо туда, либо сюда. Туда не получается, значит сюда нужно. А сюда у нас тогда такие схемы. Что-то как-то вообще не то. Если ты повернешься. Но тут особо ничего не работает. В Африке горы, бегемоты, обезьяны, кошалоты. Смотрите, еще вариант можно. И зеленый попугай. И что дальше? Фигня какая-то. Это ж фигня какая-то, ёкарнавалай. Так. Вернемся к схеме от противного. От противного. Противному чё? Здесь проход. Вижу проход. Не вижу препятствий. И здесь какая-то херня начинается. Ну, допустим, так, тоже так не работает. Так вообще не работает. Так. А, ну да, тут же мне ж не надо. Ну вот, все. Нету и не предвидится. А нет, смотрите, есть патроны. Да, я взял патрон? Ни хрена я, блин, не взял. Уху-ху-ху. Executive. Все, для этого оружия патронов нету. А для этого? О, для этого есть. Это хорошо. Игольчатые. Штурмовая винтовка, пистолет Магнум. О, для пистолета Магнум дофига есть и больше.
Это ж прикольно. Слабые места цели, да? Ладно. Что там у нас? Так, я так понимаю, что здесь будут всякие вирусы, да? Много всякой фигни лежит, правильно? Зарядил. Сразу же пространство появилось. Газовый гранат просто хоть жопой жопой. А главное не забыть, что он здесь. А то он мне дорог как память. И не говорите, а где я выживу, если тут ничего не было? А, на транспортной. Ну ладно. Что тут у нас такое? Голова есть. Голова и череп. Блин, да. Так. А, пойдем отдадим череп куда-нибудь. Сюда, пускай будет. Ты, конечно, не к этой палубе принадлежишь, но тем не менее. Лечиться надо было, а я тут сразу же пошел, а? Я молодец. А, ну пошел и пошел. Тут же нелимитированное количество. Так, я пошел туда, там меня убили, я молодец. Я молодец. Что это за бонсай? Бонсай вас всех переживет. О, патроны, это прекрасно.
know the chemicals he's been ordering for the station are useful for mutagen experiments. Diving into sea space, I got a lot of personal locks on the files I want. Judging by how much work he's doing to keep them secure, I bet they're not just journal entries. We're gonna nail this bastard to the wall. Бля, кто? Где? Вижу. Блин. Здесь просто бойня какая-то была. Опустошить. Много оружия. Тик, 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 тик. Ага. Это выглядит как более интересное вложение сил. Чтобы они там не гардили, вам это уже не так интересно. А мне бы аптечку найти. Если у вас есть, то и респавн. Пипец, товарищи. Эй. Now we are talking, как говорится. На военном компьютере, да? Активное пространство.
Genesis are dead, and Diego has been illuminated to my true nature. He has relinquished the last of the station's encrypted files and defenses. His cynical contempt for mankind pleases me. He has created a virus that he sought to conceal. It has potential, but could be so much more. I will alter it, improve it. Where Diego sought to profit from death, I shall usher in new life. Cyborg 65B, you are directed with keeping Beta Grove on the executive level, safe from outside interference. None of the lucky subjects in the Grove may leave, and no one may enter. While my experiments continue. Вы знаете, вы не войдете. Ну, а я пойду попробую. Просто. Технически можно уже вернуться. Я так понимаю, что все-таки нет. Здесь будет симметричное поле. Там было у Самойлова. Я занимаюсь любовью. Много вас, а я один. Так, ну тут все понятно. Тут мы открыли дверь ангара. Но мне же этого мало. Мало огня. Я хочу еще немного больше. Злые собаки. Все умрете. Успешнее было. Я понял. Так.
хрена непонятно, но очень интересно. Ничего особенного, но почему-то хочется заблудиться. А нет, смотрите, вроде даже правильно иду. Так, подождите, а мы здесь были? Или она типа на две стороны внезапно. Так, подожди-ка. Вот здесь вот мы подрались. Потом мы зашли сюда. Зашли сюда, да. Потом зашли сюда, 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 сюда. Какая-то дрянь, нет? О! Новое пространство. Этому вначале нужно... Это будет сложно, ребятушки. На честном слове, не надо на крыле. Так, мы тут все взорвали, все, что нужно. Там вроде тоже прошли. Ну, что ты делаешь, блин? Отсасывает меня обратно. Злые собакены. Я пойду возьму аптечку. Да ёп. Ну, я ж не на настоящем космическом корабле. Могли бы сделать и сплавление какое-то. Сглаживание, точнее.
Кстати, у меня немножко такая претензия к System Shock сейчас, что у них вот эти вот панели, они, конечно, прикольные, все дела там светятся и прочее. С вами же совершенно не обязательно драться, правильно? Это вообще не заставляет. Всем отомщу. Моя мстя будет ужасна. О-о-о-о, а зачем мне с тобой драться? Самая лучшая это стратегия не торопись-ка. Большая зеленая жопа. Ну здравствуй. Там я всех победил, а теперь осталась реальность, где мне одна маленькая жизнь, одна маленькая энергия. И если возвращаться, то придется возвращаться на куда-нибудь. Это здесь. Я открыл ангар, правильно? Ага. А, ангар у нас там. И тут просто окошко. О, оружейка открылась. Это приятно. На самом деле приятно, очень приятно. Подожди, я хочу. А, тут нету патронов. Да, пускай лежит так. Так, а что-то у нас патроны, да? Апгрейды нет. Знаете, я даже не против прикупить патрончиков. Какие тут магниевые патроны, да? А мне это нахер вайк? У тебя какие? Пробивные, штурмовая, магнум. Больше не будет, что ли? Походу, да. Больше не будет. Эх, в Африке горы бегемоты.
обезьяны, кашалоты и веселые попугаи. И... жопка жопная. Так, нет, нам сюда надо. Угу. Кто здесь? Есть что? Ничего нет. Нет, мне твои микробы не нужны. Ты где там? Куда ты делся? Блин, откуда ты появился? У меня лазерный прицел не включили. А, наверное, потому что энергии нету. Ха-ха-ха. Блин, выходи, подлотрус. Вот.
вот и все, что останется после тебя. Вот и все. Вот и все. Вот мой пистолет. Что за этаж такой? Служебный, блин. Так. Технически нам надо бы вот куда-нибудь сюда, наверное. Правильно смотрю, правильно. Не сюда, но, в общем-то, всяко полезно посмотреть. А, блин, всякое страшно. Свалился еще, а вот здесь вот перестреливались. Да ничего у вас нет, никогда и не было. Такой Джеймс Кук. Состоянии. Ну нифига себе. Что это было? О, офигеть себе. Надо пойти что-нибудь сдать. У нас тут аптечки нигде нет, только энергии. Окей. Может, здесь было? Это сторож. А, только сторож. Что такое? Магнум. Так, давайте-ка я отложу немножко вот это вот, например. И возьму. Патронов нет. Окей. Ну тогда пускай лежит здесь. Подкинем пистолет. Оружие, в общем-то, дохренище.
Так, сюда. Сюда. Дальше пойдем сдадим мусор. Как видите, иногда монетки бывают очень полезными. Так. Па-па-па-па-па-па-па-па. Угу. Так, а сюда я положу вот эти детонаторы, которые набрал зачем-то. Пускай я буду здесь. А там разберемся, что с ними делать. Логический зонд. Да вроде мне нравилось это разбираться, расковыриваться. Что там? Да как включить то... Вот компьютер, наверное, сходит с ума. Такая, а, ты как здесь оказался? Внезапно. Че, кого-то подрезал нечаянно, пока ехал. Так. Мне даже интересно, давайте сюда. Ай, бля, я ж энергию не подкачал. Что там, закрыто было, что ли, или что? А, не закрыто. Не закрыто, просто не работало. Хотя я даже не попробовал. А давайте просто хотя бы попробуем. Что это такое? Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем пока, что это такое. Но сейчас мы определенно узнаем, что это такое. Так. Опять нужно что-то скидывать. Маткомплект повышает урон. Да? Отлично. Вот. Все такое, блин, большое становится. Прям уже не знаешь, куда и положить предметы-то. Так, что там у нас? Восьмерочка. Нет, нельзя так. Надо непосредственно ставить. А, нифига не апгрейдится. Так, то есть тут второй апгрейд уже. Аптечка. Дайте мне шприц, и я его в себя воткну. Это все от ваших? Что-то пощелкать? Нет, не работает ни хрена. Что у нас тут такое непонятное? Какая-то зона непонятная. Интересно. Ай, не туда. Надо вначале наверх подняться.
А потом аккуратненько вот так сюда спуститься. Супер. Супер, трупер. А вот тут, видимо, какие-то подземные переходники будут. Но потом. Угу. Подождите, а может я там что открыл уже сейчас? Ой, точно, я там что-то открыл. А что я тут открыл-то? Да ничего особенного не открыл-то. Я тут уже был. Ладно, пойдем посмотрим еще раз. Может быть, я что пропустил? Понимаю, где-то сверху была хрень. Окей, ладно. Вжух, я уже наверху. Ага. Почти, но нет. Мне бы надо, наверное, последнюю все-таки. Ладно, разберемся. Я знаю, куда идти, теоретически. Вот это вот интересно. Хрень какая-то. Так, там мы открыли, ни хрена не помню. Здесь сооружение, да, эти самые были. Там меня подстрелили. Может, здесь какой-то ход был, нет? Ничего не было. А зачем тогда здесь такая штукенция? Пойдем наверх сходим, посмотрим. Здесь оказался, я, по-моему, кого-то сильно много стрелял. Лабиринты, лабиринты. Ох уж эти волосатые 90-е. Тут была работа по психологии, которая утверждала, что это в играх специально там лабиринты строят для того, чтобы как-то психологически тебя завлечь. Да нет, не было у них там никакой психологии. Они, наоборот, хуёво так всё делали. Всё было хуёво, потому что... Гладиолус. Нам-то она нужна на данный момент. Я знаю, что нет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ага, сейчас же. Потому что были ограничения движка.
технология влияла на дизайн. И все, и нету больше никакого. Ура, да здравствует свобода. Вот она откуда, эта дрянь, а? Пистолет. Так, пойду-ка я использую. Это значит, что можно его вытащить на патроны, распатронить. Блин, где еще там? Вот она. Так, ну я же все снял, нет? Что за хрень такая? Level won't cut it. Maybe I'm just tired. Not
Кому можешь доверять? Хакеру? Схема. Я вижу. Но выход тут только один. Что бы это значило, Грей? Так, блин, стой. Тут наоборот схема, что посередине опускается. Интересно. Интересно, девка, девки пьясут. Так. Снизу надо заходить. Угу. Это же сломано. Тут у нас куда-то у нас должно выйти. Выйти должно сюда. И какие тут варианты вообще? Походу должно быть как-то так. Нет, не так. Я все вру. Тоже не очень хорошо. Так. Что у нас тут такое есть? Блин, а? Вариантов особо-то и нету. Дальше. А ничего. Так, хорошо. Так, ну хорошо. Я пока не вижу других вариантов, кроме как что-то здесь такое. Что-то здесь такое. Но оно ж... Блин. Ну нет, так не работает. Только вниз, значит. Если вниз, то вот сюда. Загадочки. А, так.
другую сторону. Не, подождите, у меня просто не складывается здесь паттерн. Как здесь может быть? Только так. Больше никак не работает, что? Тут что-то заработало. Нормально так. Ага, вижу. Так. Так не пойдет, не пойдет. А так вполне себе пойдет. Еще третье. Так, вот это вот может дать электричество. О, кто где? Что-то меня стрёмно стёрн. Опасно. Ой. Тут больше нет ничего. А теперь у меня ничего нету. Ну, прикольно. Но нет. Оу, шайза. А вот она, реальная смерть.
Да я понял, блин. Так, а я там уничтожил это? CPU, да, я уничтожил CPU. Да-да-да, сейчас, подожди, дайте я отойду. Так, здесь я проходил, правильно? Проходил, здесь я проходил, а вот сюда я не проходил. А, так, подожди, надо отключить эти ботинки. Да. Небольшая пауза была. Порешаем загадочки. Так, значит, это сюда, это туда. Как ты реагируешь на меня? О, смотрите, пошло. Пошло, да не туда, что ли. А, вот вижу. Нормально. Ага, вижу. То есть это насквозь идет. Что мы сделали? Херню мы делали. Потому что нам туда не нужно. Нам нужно... Куда нам нужно? Сейчас подумаем. А, вижу, вижу, вижу. Тут все в порядке. Это насквозь идет. Эта дрянь идет насквозь. Оно что-то делает, кроме того, что светит? Нет, ничего не делает. Только мешается. Нет, это тупиковый путь развития. Инженерные мысли. Блин, ну это тоже тупиковый путь развития инженерной мысли. Куда тогда не тупиковый путь развития? Инженерные мысли, что-то я, может, не понимаю, кстати говоря. Кстати говоря, если нам нужно сюда, то оно должно же, правильно? Пойдем от противного, как говорится. Нет, это просто... только поломало все. Вот, и смотрите-ка, да? Херня какая-то пошла. Так, значит, это пойдет сюда, 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 и херня пошла. И пошла, пошла, пошла херня. Так, нет, смотрите тогда. Нет, сюда точно не пойдет. Сюда точно не пойдет. Пу-пу-пу-пу-пу. Сюда, сюда пойдет, может, тогда. Сюда пойдет и сюда пойдет. Да, та-да-та-дам. Советский цирк. Грей, грей, грей.
Это трэп. Как говорили классики. Что-то меня здесь убило. Что? Я так и не понял. Кто это? Кто это? Джин Вернер. Блин, пустые ящики, ничего полезного нету. О, вот это хорошо. Так, где меня убили? По-моему, где-то здесь. Ну, в смысле, не тогда убили, а тогда. Где-то пистолет надо скинуть, чтобы не засирал мне интерфейс. Я хочу на кресло положить. Издевается, что ли? Так, вы меня приглашаете сюда, значит, да? Ух, какое волнительное путешествие. Ну, давайте посмотрим, что там у вас прячется. Мои 4 патрона. А это шлюпки. Шлюпки. Окей. Понял. Волнительное путешествие отменяется. Отменяется. В обратную сторону. Ага. Прям, ну, хакер не спортсмен, конечно. И сам своего рода не спортсмен. Так, хорошо.
Если не туда, то... То сюда. Там какая-то еще штука, которую я не изведал. Или не изведал, не изведал. Непонятно, короче. О! О! Standard station restoration procedures online. Теперь мне так и застрелиться этим патроном. Тогда двоечка. Тут вообще ничего нет. Это ли не пипец? Да, это пипец. Уснуть и видеть сны. Как Шодан поглощает твой мозг. Точно, там же это самое. Смотрю, лифт есть. Стой. Так. Ну, давай тогда поменяем вот это вот на вот это вот. Патронов тут уже у меня хватает. От души хватает. Так. Черепушечку сюда положу. С этим пока побегаю. Как-то так. Все очень неопределенно. Какая-то непонятная хрень, возможно. Смотрю, здесь вот какие-то штуки. Возможно, там дверка есть. Куда мы еще не зашли. Но вначале надо справиться с этой дрянью. Не. Успехов тебе идет, Макар. Пойду-ка я присосусь к источнику энергии. Что тут или... Вы что, под землей храните радиацию? А, это в другом. Здесь у нас опускается по краям. Такое сломано, нахер не сломано. Хорошо, хорошо. А вот здесь как раз таки может что-то и летать. Вот он летает. А это сломанный пистолет. Ладно, пускай будет, что жалко что ли. Так, подожди, я отсюда, наверное, пришел. Нужно наоборот. Да ёп! Красота! Вы что, издеваетесь, что ли? Вот так вот.
Дезинтегрировать, забрать все. Словно, словно. Представим, как будто это по-македонски. Ну что, новая загадка, новые челленджи. Угу. Теперь смотрим, как уходит это. Куда уходит детство? В какие города? Нет, нам сюда не надо. Сюда, может быть. Сюда. Нет, сюда тоже такой тупиковый путь какой-то. И тут похоже на тупиковый путь. Ну и все. Дальше что-то у нас такое есть хорошее. Так. Сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Ну, выглядит, как будто сюда надо все-таки. И все, и понеслось. Дальше. Так. Куда уходит детство? Что-то фигня какая-то пошла, да? Да, я знаю, что нам... Давайте-ка... Сохранимся. Это, конечно, не очень честно по отношению к Шадану. Ну. Но мы хакеры. Мы ломаем и реальность, в конце концов. Стамина, антидетокс. Ага. Ну, здравствуйте. Так. Ауч. Очень больно. Подожди. Не-не-не-не-не, блин. У тебя там уже был носитель, нечего там меня засасывать. Активненько так.
донеслась. О, пипец. Да-да, я понял, ребята. Вообще, можно тебя уничтожить? Так. I'm afraid it's too late to save your friends. Твою мать, пиздец. Как я прожил там чуть быстрее, чем больше. Так, подождите, объясните мне. Да блин. А чё, я тебя вообще не могу убить? Тогда ну нахер, я пойду подальше от тебя. Блять. Ненавижу много войны боссов. Ну вы хотя бы предупреждаете, что там такая хрень есть. Ну нет. Нет. У нас еще там не... изведанные далее, вот здесь надо посмотреть. Так ёкарный бабай, вот эти загадочки, ох уж эти загадочки, ох уж эти загадочники. Да блять, ну козырек бы сделали какой-нибудь. Я понял.
здесь опускаешься. Какое-то жопничество. Так. Подожди, блин. Вот сюда. Блин, я ж выключил уже все. Что тут за подземное? Да хватит тут ныть и вздыхать. Так, оснащение. Ай, еб твою мать, как эти боты работают? Что за пиздец? Кто вас изобрел? Кто вас тестировал? Выглядит, что никто. Что-то из разряда и так сойдет. Попробуем. Так. Ага. А подняться как? Да. И снова здравствуйте. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Так, а я где иду вообще? Блин. Жопные. Ага. Сейчас я отдохну немножечко. Ай, блять. Через всю палубу бежать. Опять через всю палубу бежать. Блин, надо сохраниться. Куда я прибежал? Черт побери. Будь проклят, архитектор этой жестянки. Ты хакерочек. Блок обзора какой-то, мал ящик патронов.
Как до тебя добраться? Где-то должен быть включатель. А где? Вы мне дали. Это для чего? Офигеть! Класс! О, у меня есть. Дайте-ка я отложу пока что Spark Beam. А, что это дает? КФ Скорпион. А, смотрите, как красивенький стал, а? Не, подождите, вот троечка, посмотрим. Ага. Что значит нету? Что, издеваетесь, что ли? Есть, конечно, куда. Так, тут надо включить эти. Ух ты ж, ух ты ж. Понятно. Теперь все понятно. О, красота. Что здесь за... Где нас убивают постоянно? В какой заднице мы подыхаем? Скажите мне, как до туда добраться? Что-то я пропустил в этой жизни. Просто ящики без ничего. Черт возьми, непонятно. Да я понял, не надо тут угрожать. Flight Bay номер один. Так, последняя ходка. Я скажу, что я на сегодня успокоюсь. Поскольку здесь как-то очень-очень дерзко и с этим мозгососом, мне кажется, я не справлюсь. Так, нет, нам в другую сторону надо. Thank you.
слышу, там что-то есть. А что там есть, непонятно. Окей. Угу. Ни хрена у вас не работает. Вот это вот непонятно. Сейчас посмотрим. Блин, выглядит как реально. Какая-то панель. Если мы этот визор... Нет, фигня. Слышу бота, не понимая, как до него добраться. Явно какая-то. Да, я помню, что там еще есть. Ладно. Экзекьютив. Ладно, дорогие товарищи, на сегодня я прекращу мои исследования. Флайдек, в общем-то, ну, взлетная палуба, в общем-то, все исследовано. Где-то здесь какая-то хрень есть, совершенно точно я слышу, там за стенкой дышат. Здесь мы прошли и столкнулись с неодолимой силой. В остальном же все исследовано. Можно двигаться дальше. Может быть, где-нибудь откроется новая возможность, и сможем что-то сделать. Ну а на пока все. Спасибо, что были со мной. Лайки, подписки, шары, донаты, все, что вы хотите. И присоединяйтесь к нам в Дискорде, присоединяйтесь ко мне в Телеграме и ВКонтакте, и в Фейсбуке, если у вас она не запрещена. И, в общем-то, увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. А на сегодня все. Пока-пока.